Всем привет, ребят. Ну что, мы выбили все-таки этого нового героя. Сейчас мы его посмотрим, рассмотрим, потестируем. Немножко, может, прокачаем. Просто обнова, я не знаю, я, честно говоря, в шоке. Так, давайте так, я уже пропустил. Это просто жесть. Обнова, я не знаю, что будет дальше. Но уже девятые талантики у нас есть. Это просто жесть. Там добавляются новые бонуса. Это мы посмотрим попозже. А сейчас у нас осмотрение, не знаю, как хотите там. Осмотрение, рассмотрение, обзор, короче, нового героя. Находится он в этой фракции. Так, у меня там примерка началась, сори. Вот так вот. Давайте сразу же паролем. Девятые ремки, я просто в шоке. Я вам засниму отдельный видос, что дают какие руны. Точнее, не рунки, и руны тоже, само собой. Поклей у меня есть. Вот новый талантик уже есть. Давайте вот так вот. Вот такая вот у нас будет имба. Новый герой сразу же с новым талантом. Давайте, конечно же, еще паролем. Каменка. Ну, каменка нафиг не нужна, по сути. Нам нужен интересен новый талант посмотреть. Сейчас карточки посливаем. Девятое просвещение. В общем, я не знаю, что они начудили, но это реально просто жесть. Девятые ремки, это, блин, я в шоке. Там дополнительные бонусы идут. Я не знаю пока хорошо китайский. Берс тоже. В общем, полная жесть. Посмотрим, поклеим сегодня. Правда, пока нету камней. Так, замедляха. Замедляха, замедляха, замедляха. Так, огнекрыл у меня с замедлением здесь есть или нету? Так, огнекрыла с замедлением нету. Раскол, ожог. Так, выживание. Придется вот так вот сделать. Чисто одного огнекрыла. Но с вас, ребята, по лайку за слив. Так, давайте дальше поищем еще. Карточки сольем и пойдем уже тестировать. Может, все-таки выпадет получше новый талант. Я не знаю, что он дает. Пока тоже неизвестно. Но, блин. Просто жесть для некоторых. Где взять эти камни красные, я не знаю. Будет скоро инфа, думаю. Будет очень интересно для многих. Надеюсь. Орка! И корку можно улучшить. Но я ради такого сейчас кому-то, блин, солью. Так, череп, 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 череп. А у меня, по-моему, на черепе есть где-то корка или нету. А, вот есть корка. 20%. Просто жесть. Короче, все, я это лучше закрою. А, я могу же улучшить. Давайте улучшим. Это просто жесть, ребят. Я в шоке. процентов, 3 цели, 90 энергии. На девятке, на восьмерке 30%. Просто жесть. Это просто пипец. Огонь. Так. Это все хорошо. Блин, я жалею, что я не забрал на русском сервере все корки. Надо будет теперь пятерки забирать и ремки эти. Новый герой. Вот так вот. Смотрим действия. Жизни, как видите, немало у него. Там у него он офигенный танк получается. Или она, это она. Ну, может, транс какой-то, не знаю. В общем, вот так вот. Сейчас, секунду, у меня там обнова. Так, примерка. Оторвусь. Я вам отвечаю на стриме, здесь делаю видео, но ничего не поделаешь, простите, но вам же нужна инфа. Так. Давайте подкачаем сейчас до 200-го, посмотрим.
потратим 2к. Вот так вот сделаем. Один, 200-й, первый скилл новый. В общем, вот такая вот у нас тема. Не знаю, там умение надо будет смотреть. Поехали в рейд. Надеюсь, нас тут сейчас не заглушат. Нас тут сейчас просто любым смотрителем могут заглушить. Так, сейчас я думаю, что-то попроще найдем. Стрелки всякие запарили. Так, давайте тут Атланта закинем. Так, смотрим на нового героя. Ну, с якорем. Прикольненько, конечно, блин. Урона 100к получил. Отхил идет. Отлично. Неплохо себя хилит. Неплохо, неплохо. Очень-очень неплохо. Так, окей, с этим мы, в принципе, разобрались. Интересно. Эволюцию я потом сделаю. Давайте немножко про светики качнем. Посмотрим сейчас на набор энергии. Не знаю пока что за герой. Сейчас немножко подкачаем. Поехали в экспедицию где-то. Статы, короче, я не знаю, я уже в рассеянности, что быстрее. Пишите в комментах, что вы хотите побыстрее видеть. Куча вариантов есть разных, прокачки, все дела. В общем, смотрим на героя. Набор энергии 2, 3, 4. 4 удара. Вот это что? Это смотритель у нас ударил вражеский. Вот так вот фигачит. Нифига себе, такой рандомный урон или нет? Сам себя, что ли? Не понял. Смотрите, сам на себя налаживает. Это что за бред? Сам на себя головокружение вблизи налаживает. То есть, типа, на всех вместе, что ли? Это как-то не очень прикольно. Рэндом на цели бьет, походу. Там, где меньше жизни, если я правильно понял. Что-то как-то странно. Пальдышка такая падает. Блин, ну прикольненько, конечно, смотрится герой. А, или это талант новый? Может, это талантик новый? А ну-ка, давайте сейчас попробуем. Попробуем, попробуем, попробуем. Давайте корку поставим. Была, не была. Так, обновим обратно же экспедицию. Я что-то, честно говоря, не понял по поводу этой темы. Так, ставим обратно нового героя. Да, это, скорее всего, талант был. Нет, не талант. Вот начало бить. Вот сейчас как-то по-другому бьет. Что за фигня? Смотрите на набор энергии. Все время был с этим. Офигеть, рандомно бьет. Посмотрите на урон. Это не прокачанный скилл. И зонально бьет, блин, по всей зоне. Сейчас единственное, что нам надо еще проверить, это автопрокер или нет. Но бьет круто. Офигеть. Офигенный герой будет. Ну что, давайте потратим время. Забежим сейчас в рейд. По Борюку постараюсь уже сразу прокачать. Нет, у меня есть мана, отлично, огонь. Правда, мало ее. Так. Так, 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 так. Блин, круто смотрится. Что-то нам 71 нужен. Что
чтобы поставить хотя бы пятую римку. Да, это жесть, ребят. Я, честно говоря, в шоке. Так, поставил вам на закачку новый видосик по роллингу. Вы это все будете видеть. Так, поехали, докачиваем. В общем, делаю все вместе 10 рук, как обычно. Пилим кучу видосов. Да, обнова, конечно, блин, удивительная. Я не знаю, где пока камни эти брать, но это просто будет жесть. Почему, думаю, вы видите, сейчас я вам покажу. Так, отлично, хватило. Ставим пятую ремочку сразу. Почему пятую ремку? Чтобы потестить, автопрокер или нет. Так, надо базу. Ну, в общем, я не знаю. Автопрокер, ребята, это просто жесть. Герой автопрокер. Посмотрите, какой, блин, урон. Я не знаю о жизни по статам. Просто нечто. Блин, ну, короче, вот так вот. Я вам показал вкратце. Я сейчас буду делать уже его прокачку, тестировать потом по локациям. В общем, такой вот герой. Первое мнение напишите в комментах, что вы думаете. Герой очень интересный будет. Автопрокер. Рандомно бьет по всей карте. Что еще надо? В общем, блин, ну круто. Круто, очень-очень круто. Думаю, это будет опять же новая, ребята, имба. Посмотрите. Просто бешено. Урон, конечно, блин, это не эволюция, первое это. В общем, вот так вот. Все. Жду ваших комментов. Всем удачи, всем пока.